Усім вітанки! Ви на каналі Хабарун, мультфільми по-білоруску. Надійшла осінь, з окном дажджі. Так що ми з татом вспоминаем гулі, у які можна гуляти вдома. І ми вспомнили, що у нас є чудовний гоночний трек. Vielen Dank, Christiane und Lavon. И мы будем споборничать на приз. А приз это будет M&M's и Coca-Cola. Coca-Cola, это, конечно, не корисно, и мы вам не раем шмат ее споживать. Але все-таки ж хочется смачненько. Але для початку нам треба собрать этот гоночный трек. Поехали? Поехали. Мы собрали наш трек, здається, все на місце. Давай розкажемо, як все працює, і почнемо з поборництва, так? А у нас є пульт керування. У нього є дві кнопки. Перша зверху, щоб машинка просто їхала. І додаткова кнопка паскарення, коли машинці треба проїхати складаний участок, кшталту віражок чи кругом. Матвій, покажи на своїй машинці, як це все працює. Коли машинка просто їде. Ого! І паскарення. І щоб ми ведали, скільки кругом машинка проїде на треку, є відмислові лічильники кругом. Ось гэтым переключальником, коли машинка пройде в круг, він отлічує кружок. Раз. Ось так. Ну що, починаємо перший раунд. 10 кругов. Добре. Матвій, виставляй на старт машинки на 0 і поїдемо 10 кругов. Машинку. А я буду гонять на чёрной. 3, 2, 1, старт! Давай! Не раз выпускать. Ой, ты за мою гулял! Это ты не мою поставил! Блин, фриз! А пошли круг! Вырвал перемогу. Протягиваем раунд, друзья. Теперь 25 кругов. 25 кругов. Раз. По марафон. Раз, два, три. Ау! Осторожней. Все, ты попробуй там. Давай, я взорвусь. Контроль, контроль на трассе важен. Поборница этого дня тут означается самый лепший. Стоп! Я уже громоху, все! Еее!
Так, а у нас стремится лик 1-1. 50. И кто зараз перемагает, то я принимаю самый подарунок. Раз, два, три! Не штукайся. Скоторгуй. Увага, коллеги, треба быть. Ну, тебе осторожно, на трэп не ходи. Ни одно слово. Нас у нас идем. Не стукай теперь у нас. 25 кругов, я поднял. 25 кругов. Наблизаемся до 40 кругов. Шанс! Да что такое? Больше меня не ждет. Ну! Я проехал! Я проехал! Дякую вам! Это было честно. Я проехал 52 круга, батька проехал 50, ваш проехал 40. Сумленная перемога зеньшую. Дякую за меня. Я старшая проиграл. У меня было 35, у батьки 40. Я старшая проиграл. А потом вырвался на первое. Потому что ты падал. Такая гульня, так бывает, играется. Коли вам сподобалось это видео, и вы хотите больше гульневого контента от нас, то... Подписывайтесь на канал, ставьте подобайки и пишите комментарии на других наших соседках. А теперь... Мы пойдем у краму.